«Вечная любовь». Сборная Камызякского края по КВН. А у нас в Камызяке вечная любовь возможна только к одному человеку – мэру города Камызяк. Эта песня посвящается ему. Мы благодарим мэра города Камызяк за любезно предоставленный личный синтезатор. Вечером поздним гремит гроза, ты выходишь скорей во двор, заодно и купаешься, ведь под водой весь Камызяк. Про него и споем тебе, чё улыбаешься? Мэр в Камызяке у нас один, никогда не меняется, так дорожим мы. А мы его целуем, говорим, что любим, и все время выбираем, к сердцу прижимаем. Ведь он такой хороший, все время со всеми здоровается, площадку хочет построить, бабушкам улыбается. Молодец! Наш мэр. Молодец! Наш мэр. Есть в Камызяке черная икра. Ну не так, чтоб у всех прям есть, конкретно у мэра есть. И каждый год на день города Камызяк собирается смотреть, как он будет есть. Стоят и смотрят люди, как ее он любит, как он банку открывает, к сердцу прижимает, как на хлеб ее намажет. Людям что-нибудь скажет, как он стопушку пропустит. Выглядит все так вкусно. Молодец! Наш мэр. Играли у нас на днях, мэр свидетелем был на ней, как полагается. Мэр вообще издал такой указ, если он не свидетель там, то брак не считается. Есть в Камызяке еще один тип, но не тот, про кого вы, наверное, подумали. Только сейчас он в тюрьме сидит, он хотел подсидеть того, про кого вы подумали. Есть дискотека еще у нас до 8 часов вечера со светомузыкой. Только сегодня специально для вас парни покажут вам, как мы танцуем там. Everybody dance with me when you waka maka for freestyle. Oh! Where is your head? Руки, 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 руки! Let's go! Ну там как бы про семью львов, и они жили, и... Ну, там их приключения. Маленький и пушистенький. Пушистенький вот такой вот. Ничего, наверное. Каличный. Да. Сажал в тюрьму, но мы бы их на просмотр провели. И уколом поставили засыпающий, чтобы у них все прошло от пива, потому что от пива они становятся преступниками. Ну, у них лицо такое сморщенное, и они все время кричат. Люди садятся, уступают места, платят деньги. Входят новые люди, держатся за... Я еще на 7 марта, на 8 марта пью. Закладывала уши и долго сидеть. Скажи, кто такой Зевс? Это Бог наш. Бог ваш? Бог. Все,
Понял. Отлично. Омский авангард любишь? Да. Сильно? Да. Болеешь за них? Да. Всей семьей? Да. А как болеете? Мой папа любит футбол, я хоккей. Хоккей? Да, у меня даже игра есть хоккей. Ты смотришь КВН? Чё? КВН смотришь? А что такое? Хоккей? Да. А, да, я же говорил, смотрю. Freaking to the music. Выкарашь там Алиас и Филинг. Карига пите, укашки танцы. Мужики на кого, что санды клюме. Женская сборная НГГУ на любой вкус. Мы единственная команда, которая готовится. Мы единственная команда, которая будут для вас выступать. Ну что, девчонки, паркуемся по своим местам. Красотка из Востока, а вот с Запада она не очень. Ну, здравствуй, Париж! Даша, это Нижневартовск. Ага. То есть ты хочешь сказать, у нас нет Лувра? Нет, нет. Вот смотри. Нет, это не Лувра. Ага. А это не Триумфальная арка? Увы. И это не Эйфелева башня? Какая-то проницательная. К сожалению, нет. Свободы. Да, это определенно она. Но она не во Франции. А это Даша, самая глупая в команде. У нее мозгов, как во французском круассане. Мало и с краю. Девочки, я думаю, мы как самые красивые должны держаться вместе. Она права. А это Катя, самая страшненькая в команде. Машины ей сигналят не для того, чтобы подвести, а для того, чтобы она не подходила ближе. А мне все равно. А это Вика, самая спокойная в команде. Вика, ты только не волнуйся, твоего попугая съел твой кот. Корм для этого и покупают. Я здесь только для того, чтобы вам испортить платье. Я здесь, чтобы испортить платье. Привет, девчонки, я хочу к вам в команду. Вова, у нас женская команда, а в тебе нет ничего женского. Ну, я на маму похож. Этого мало. Я это предвидел, поэтому приготовил вам подарок. Вова, коньяк и конфеты. Мы что, по-твоему, врачи? В моих фантазиях вы все медсестры. Ну что, девчонки, подарком я вас задобрил. Возьмете меня в команду? Ну ладно. Давай. Отлично, это стоит отметить. Поехали ко мне. Да. Нет. Нет. Вика, поехали ко мне. У тебя есть попугай? Да. Я приду не одна. А до нашей команды дошли слухи, что многие мужчины в этом зале хотели бы узнать наши номера телефонов. Ну что ж, дорогие мужчины, все исключительно для вас. Планы на вечер. Девочки, мама же страшная.
Ничего, противоположности притягиваются. Он же ведущий. Я буду ведомой. Кать, вы с ним не можете быть вместе. Почему? Потому что он не пьет. Мяу-мяу. Сержант Петренко, для тебя я буду кем захочешь. Девочки, а я вот что-то не поняла. Вот мне 20, а моей маме 40. А почему, когда мне было 3, маме не было 6? Даш, ты не думай, ты лучше спой. Носа, носа, давно у свинца нету. А теперь давайте посмотрим на девушку в ночном клубе. Отошел от нее! Пошел отсюда! Я тебе сказал, козел, отойди от моей подруги! Так, девчонки, по размеру груди рассчитайсь. Первый, второй, первый, второй, первый, второй, первый. Унижение окончено. А, девчонки, я понял, что я неотразим и могу разволновать абсолютно любую девушку. Да что ты говоришь? Вику, попробуй. Легко. Цветы. Мышь. Чебурек с женой вокзала. Фу. Вова, ты еще совсем дурак. Да ладно, он нормальный чебурек. Ну, на это она точно отреагирует. Нет! Евгений. Евгений, я чувствую холодное дыхание смерти. Встань с пола, сквозит. Женя, пообещай, что ты будешь любить меня до самой конца смерти. Жень, пару минут потерпишь, хорошо? Жень, тогда, пожалуйста, хотя бы исполни мое последнее желание. Пускай я умру, но моя команда пройдет в 1/4. Кать, вообще-то он ничего не решает. Да? А кто решает? А, Николай Архипенко из сборной Краснодарского края. Коля, я начну издалека. Быстрее, ползем, он высоко сидит. Коля, пообещай мне, что ты будешь любить меня до конца моей жизни. Да добейте ее уже кто-нибудь. Ну что, друзья, и что мы хотели сказать своим выступлением? Что если вы хотите чего-то добиться, то идите, бегите и ползите к своей цели, несмотря ни на что. Женская сборная «Бегу на любой вкус». Спасибо. Yeah.